В Риме туристы искупались голышом в фонтане. Туристов, купающихся в римском фонтане голышом, сняли на видео. Теперь хулиганов разыскивает полиция. В центре столицы Италии Рима двое туристов из Британии забрались в фонтан. Сначала мужчины были в трусах, но потом решили избавиться от всей одежды. Об этом сообщают в сюжете ТСН. Хулиганов сняли на видео очевидцы, и полиция пытается с помощью этого ролика найти нарушителей порядка. Инцидент случился в самом центре Рима, вблизи одного из самых популярных монументов, Виктория. Отмечается, что рядом также находится могила неизвестного солдата. Ранее пара туристов занялась сексом на пляже среди бела дня. Также корреспондент писал о том, что туристки подрались за лучшее место для селфи. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://teamycorrespondent.net. По материалам сайта newsgra.com.